Всем привет, друзья! Спасибо, что вы на моем канале и продолжаете смотреть мои видео. Сегодня хочу показать вам свой любимый рецепт приготовления настоящей творожной запеканки, совершенно без муки и очень сочной. У меня 600 грамм творога домашнего, туда добавляю 2 сырых куриных яйца, 3 столовых ложки сахара, 3 столовых ложки манки, немного соли для баланса вкуса, также пакетик ванильного сахара и 100 грамм густого кефира. Теперь все очень хорошо перемешиваем вилкой до однородной массы. Также все ингредиенты для запеканки вы, как всегда, сможете найти в описании под этим видео. Вот такая творожная масса должна получиться перед запеканием. Форму для выпекания я смазала маслом и сюда перемещаю весь творог. Для того, чтобы получилась красивая корочка на запеканке, я смазываю взбитым яйцом и также посыпаю кунжутными семечками. И затем отправляю выпекать в разогретую духовку до 180 градусов приблизительно на 40-50 минут. Ну вот, все готово. Вы посмотрите только, какая красота получилась. Чтобы внутри запеканка получалась упругой и сочной, конечно же, нужно подобрать творог не обезжиренный и не слишком жирный, средней жирности, желательно домашний, но если такого нет, можно и в магазине подобрать подходящий. Сейчас хочу показать вам, какая должна быть настоящая творожная запеканка внутри. Посмотрите на этот кусочек, он не разлазится и не распадается. Вот так он должен выглядеть и вот так он должен держать форму. А сейчас покажу, как можно украсить этот кусочек, чтобы всем понравилось, и детям, и взрослым. Украшаю свежей малинкой. Украшаю листочками свежего тархуна и мяты. Вы можете придумать что-то свое, другое. И поливаю льющимся свежим медом. Посмотрите только, как красиво и как аппетитно. Ну вот и все. Я ставлю чай, и мы будем пробовать. А вас, конечно же, я благодарю за то, что смотрели до конца мое видео. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И жмите на колокольчик, если не хотите пропустить новое видео. Всем здоровья и радости. До скорой встречи!